Бодрого утра, друзья, отличного настроения. А если у кого-то настроение не очень, то мы его сейчас будем поднимать. И, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, себе оценку по 10-бальной шкале, где 0 – это совсем вот прям вот, ну, вот никакая, да, там двоечка, троечка, ну, как бы тоже не очень, пятерочка средняя, ну, а десятка – это вот прям максимально. Вот примерно поставьте себе по шкале, у кого какая примерно оценка. Угу. Поставили? Ну, хорошо, и мы начинаем тренировку. И, ребята, совершенно не важно, какое у вас настроение сейчас, потому что тренировка йоги смеха, она подходит для любого настроения. Потому что это тренировка, потому что йога смеха, она прокачивает мышцы счастья. Какие в спортзале мы можем прокачать мышцы наши, вот такие, да, физически накачать. Точно так же, оказывается, счастье его тоже можно прокачать. И очень важно нам войти в ресурсное состояние, да. И поэтому мы включаем и дыхательные практики, что очень важно, потому что йога – это про дыхание. И я сейчас вижу очень много различных зарядок. Я вижу там смехоцигун, ну, просто смехозарядка. И да, это классно, потому что люди смеются и идут гормоны радости. Но йога смеха, она крута тем, что она включает целый комплекс воздействия именно для более оздоровительного влияния на организм. Поэтому наш смех, он прежде всего включает в себя правила дыхания. Для чего? Для того, чтобы усилить наше кровообращение, для того, чтобы больше поступало кислорода в мозг, к сердцу, да? Для того, чтобы наши органы оживали, чтобы наши органы лучше работали, чтобы мы были бодрее, чтобы мы были стройнее. Ну и, конечно, смех – это фейсбилдинг, потому что мы прокачиваем наши мышцы. Хорошо, друзья. И давайте вспомним, что вдох мы делаем животиком. И сейчас мы будем делать вдох и вдыхать счастье, вдыхать радость. Вот кому чего не хватает, вот вы то и вдыхайте, представляете, да, кому-то здоровье, кому-то важно прощение, вот о чем вы мечтаете, а выдыхать будем благодарность. И очень сильные два слова – любовь и благодарность, ребята. Поэтому мы сегодня с вами будем этим делиться. И мы делаем вдох, животик, ручки на животик, и вдох, подышали, погладили. Задержали. Выдох. Наверное, все вчера видели, да, на канале Йога Смеха я выложила видео, где бабушка 90 лет занимается вот дыхательными практиками. Она полностью при уме и при памяти. Давайте встанем на носочки. Вдох и задержим. Вдох через носик. Улыбочка, улыбочка у всех. Вот назло всем бедам, если у кого-то есть, всем печалькам, если у кого-то есть. Все равно надеваем улыбку. Выдыхаем любовь и благодарность. Делимся со всеми. И вдыхаем счастье. Ароматы утра. Вот так себе это прокачаем, прокачаем, пробултыхаем, чтобы у нас развилось это все по всему телу. Да, во все мышцы. Хорошо, хорошо, молодцы. И сейчас мы с вами постоим на носочках. И будем тянуться к нашим мечтам и целям. Прям хорошо-хорошо вытягиваем позвоночник, вытягиваем. Да, йога смеха, она включает в себя и физические упражнения, и пальчиковую гимнастику. Ее по-другому еще называют нейрогимнастика. Она включает в себя различные игротехники, голосовые упражнения, дыхательные практики. Конечно же, смех, откашливание, очень важно, пропевание гласных. Тянем к нашим мечтам, тянемся. Что же вы больше хотите? Какие у вас мечты и цели? Тянемся, позвоночник вытягиваем. Я в росте, я в потоке. И сейчас принимаем это изобилие, да, дергаем крышку люка. И купаемся в этом изобилии благословения. Ух!
И радуемся. И представляем, как то, что вы загадали, это на вас сыпется, сыпется, как листопад. Может быть, это объем финансов. Может, это объем радости. Может, объем каких-то подарков долгожданных. Что вы хотите? И еще раз тянемся. Да, и визуализируем, представляем то, что мы хотим. Да, представляем. Да, здоровье, изобилие, процветание, радость, улыбки детей, улыбки родных и близких, хорошие, добрые взаимоотношения. Открываем финансовый поток, потому что кто-то хочет купить квартиру, кому-то очень нужна машина, кто-то мечтает отправиться в путешествие, кто-то мечтает дать образование своим детям, кто-то мечтает помочь близким, кто-то мечтает заниматься благотворительностью. И сейчас мы будем открывать финансовый поток и дергаем крышку люка. Это в себя за самое лучшее доброе. А выдыхаем любовь и благодарность. Мы признательны Вселенной за то, что она помогает исполнить наши мечты. Еще раз вдох. Это самое лучшее для меня, да, для моих родных. Выдох, любовь, признательность. Вы знаете, ехала недавно, давайте на носочки станем, еще потянемся. Ехала недавно в поезде, и вот такая пара семейная приятная. И вот она с малышом показывает в окошко. Ой, посмотри то, ух ты, ничего себе. И вот она постоянно, это ничего себе, ничего себе. А мы-то знаем всего слов, друзья. Поэтому все для меня, да, изобилие, процветание, здоровье, радость. Все для меня, тянемся, тянемся. Говори, я в росте, я в потоке. Я в росте, в потоке. Я принимаю с благодарностью все блага свыше, от Всевышнего, от Вселенной. Принимаю здоровье, принимаю удачу, принимаю успех, благополучие, благосостояние, процветание, здоровье, счастье, радость мне и моим близким дергам и... Смеемся с любовью и благодарностью. И на нас все досыпется. Все блага Вселенной. Ой, какие вы классные, какие вы красивые, друзья. Обязательно открывайте окошечки, чтобы все лучше сыпало, чтобы шел энергообмен, да? Теперь мы пяточками будем простукивать. Я немножечко напомню о правилах смеха. Да, и так как йога смеха – это все-таки комплексное оздоровительное влияние на наш организм, то мы все делаем для этого. Для чего? Для того, чтобы наш выдох был длинный, чтобы мы выдохнули или откашляли, да, от себя все ненужное. Выходит слизь, выходит мокрота, выходят какие-то неприятности вместе с этим, да, какие-то печальки, огорчалки, раздражульки. Все выходит, пяточками простукиваем, да, простукиваем пяточками. Вот, и для того, чтобы выдох этот был длинный, мы стартуем с буквы А, широко открываем рот. И включаем громкость на всю мощь. И сейчас мы это и сделаем. Улыбочки все надели. Улыбочки это вообще мы их никогда не снимаем. Мы их одели вот как очки, душки, очки, да, только мы вот так. Вот завязочки пришили, наш рот до ушей. И сейчас берем смеха мешочки и смеемся громко от всей души с признательностью за все хорошее, что есть в нашей жизни. Вдох. Хорошего очень много. И
если ты будешь признателен за малое, то тебе будет дано большое. А если ты будешь видеть только плохое, то будешь притягивать еще больше плохого. Поэтому каждому из нас есть за что быть благодарным, правда? Даже за уроки, даже за жизненный опыт. Вдох. И... Смех длинный, да, все помнят, что выдох у нас идет длинный, потому что это йога, да, а не пранаяма. Чтоб потом, как парашюты распахнулись наши легкие, так глупо, кислорода. Все форточки открыли. Утренний кислород, он самый классный. Утро самое классное, за ночь все очищается. И мы больше получаем свежего такого. Газон, классно. Хорошо, друзья, давайте немножечко массажик сделаем. И когда мы даже делаем массажик, у нас не исходит улыбка, мы все равно смеемся, да? На причепочке на поверхности. Слушаем,
работаем телом, разминаем. Очень часто человеку тяжело по ступенькам идти, уже с постели вставать. Давайте поприседаем. И попа у нас как будто мы на стульчик садимся. И со смехом. И... Ha 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 ha
Тренировка, да? Не как, а тренировка. А как в тренажерном зале, правда? И говорю, я здорова, я отлично себя чувствую. Я здорова, я отлично себя чувствую. Мое тело прекрасное, мое тело молодое. Мое тело молодое. С каждым вдохом, с каждым смехом я становлюсь моложе и прекраснее. Прекрасно. С каждой тренировкой я становлюсь моложе, задорнее, веселее. Моложе, задорнее. С каждым смехом я здоровее. С каждым смехом я здоровее. Я наполняюсь больше и больше гармонии, радости и счастья. Да. Больше и больше наполняешь гормонами радости. Меня переполняет любовь и благодарность. Да. Меня переполняет любовь и благодарность. Да. Я мега-мотиватор. Я мега-мотиватор. Я мега-лидер. Да. Я притягиваю себе людей единомышленников, которые хотят улучшить этот мир. У меня прекрасные отношения с моими родными и близкими, да. Прекрасные отношения с моими родными и близкими. У меня прекрасные отношения с моими коллегами, да. Прекрасные отношения с моими коллегами. Каждым днем у меня становится все больше и больше замечательных друзей. Становится все больше и больше замечательно. Я бодрый крепкий орешек, да. Крепкий орешек, ура. Моя самооценка растет не по дням, а по часам, да. Я наполнена энтузиазмом и вдохновением, да. Энтузиазмом и вдохновением. Вот и не хотела. Хорошо, да, потянулись с благодарностью. Вдыхаем любовь и признательность. Хорошо, молодцы. И сейчас мы с вами попоем звуки. И первый звук у нас А. И мы также его тянем долго-долго. Все дело на улыбке, широко открытым ртом. Вдох. Ah
мы выдыхаем воздух. Молодцы. Радость. Каждый звук старайтесь прочувствовать, потому что идет резонанс. Каждый звук, он гармонирует с тем или иным органом в нашем организме, насыщает его энергией, молодостью. Да, потом все делаем с улыбочкой и чувствуем вот такое округление в горлышке, получаем удовольствие. Включайте метафизику, воображение и звук О. И сейчас мы встанем на носочки и поем звук О. Вдох. Сейчас мы будем «м» добавлять середины «м». И когда мы мычим, у нас губки расслаблены. Да? И немножечко шикотно вокруг. Расслаблены все вот наши резонансы, все регистры, все открывается, у кого носик заложен, начинает дышать. На носочки встали. Вдох. О. Хорошо, а теперь соединим, поем АО. Встали на носочки. Хорошо. Теперь У. Давайте, как будто мы сильно удивились, посмотрим. Ух ты ж! Давайте с удивлением сейчас поем У. Да, включаем метафизику. Вдох. Видит этот прекрасный мир. А теперь мы в горах, и нам громко-громко надо чтобы эхо нас услышать, повторила, да? Давайте все вместе сейчас громко и вдох, чтобы все партнеры, все кандидаты нас услышали, пришли, да? И прошли с нами все 8 волшебных упражнений, да? И вдох. И Давайте.
Шкале. Выросла на 1000%. Выросла на 1000%. Я горю, вспотела. Так, встань. Сейчас готовы горы сдвинуть. Есть такие? Есть, да. Вот вижу, да, Альмира. Сегодня мы делимся, вот сейчас у нас закончится экранное время, а мы продолжаем. Сегодня делимся улыбками со всем этим миром, дарим всем любовь и благодарность, знакомимся с новыми людьми, приглашаем, активно приглашаем, чтобы команды ваши росли, чтобы вам приглашали.